Всем привет! Приглашаю вас без чемоданов и без билетов в путешествие по Востоку. Мы с вами отправимся в Турцию, страну сказок и легенд. Там есть на что посмотреть. Пристегните ремни и в путь! Я нахожусь в Эфесе, в городе, который раньше принадлежал Римской империи. Римская империя отличалась своими технологиями. У них были лучшие дороги, лучшие армии, лучшие города, лучшие дома и, конечно же, лучшие водопроводы. И, наверное, первые. Вот за мной стоит первый и, наверное, один из самых крупных водопроводов, которому больше 2000 лет. Акведук использовали для перемещения воды из источника в город. И после того, как акведук перестал быть годным для использования, люди стали использовать его как подпорку для своих домов. А позже аисты стали использовать его как подпорки для своих гнезд. Вот они, кстати, аисты. Перелетные аисты очень смешные, потому что когда они пытаются разговаривать друг с другом, они щелкают клювом вот так. Только клювом так. Во многих современных городах до сих пор нет канализации, но в Эфесе уже более 2000 лет назад были вот так называемые туалеты. Здесь же было и место для разговоров, потому что люди приходили сюда, делали свой туалет, и здесь было настолько приятно и даже никак не пахло, потому что вода текла с гор и сразу же смывала все это дело. И люди могли здесь находиться часами и просто разговаривать. Поэтому вот рядом со мной некоторые дырочки, вот я сейчас тоже сижу. И люди вот так приходили и разговаривали. Мы побывали в очень интересном месте, но на этом путешествие не заканчивается. Продолжение следует.